онкологические заболевания, к сожалению, они не исчезли. То, что касается рака молочной железы, заболеваемость этой патологией остается на первом месте среди женской подгруппы населения. Заболеваемость растет. И при этом, при всем, если взять, скажем, вот 2020 год и 2019 год, то в 2020 году мы сделали на 200 операций меньше, чем в 2019 году. То есть парадоксальная ситуация. Заболеваемость растет, а лечим, оперируем мы меньше. К чему это приводит? Это приводит к тому, что люди обращаются позже. Они обратятся, они все равно попадут к нам завтра, послезавтра, через год. Но стадия, к сожалению, будет уже не начальная. И так в настоящий момент мы имеем порядка трети запущенных случаев по Черниговщине. Поэтому я хочу сказать, дорогие женщины, вы позаботьтесь о себе, пройдите самообследование, обратитесь по месту жительства к хирургу, к гинекологу, к семейному лекарю. Пройдите клиническое обследование. Если есть возможность, сделайте маммографию. Обнаружили что-то, какую-то проблему, не ждите, что она пройдет сама по себе. Обратитесь к нам. Двери нашего учреждения для вас открыты. Да, я хочу повторить, что двери нашего учреждения для вас открыты. Есть карантинные ограничения. Их никто не отменял. Но помните о том, что есть такая патология, как рак молочной железы, и если есть проблема, обратитесь к нам. От вас что нужно? Возьмите только направление от семейного лекаря. Мы вас можем обслужить абсолютно бесплатно, Национальная служба здоровья за это нам все оплатит, все компенсирует. Для вашего удобства в нашем учреждении существует колл-центр, есть телефоны, по которым можно позвонить, записаться заранее на тот день, то время, которое для вас будет приемлемо. Если нет, приедьте так. Талоны выдаются, не будет талонов, вас все равно примут. Сейчас у нас политика открытых дверей. Человек к нам приехал, он должен получить от нас помощь. Не затягивайте, возможно, обращение ваше к нам поможет вам сохранить здоровье, а может быть и жизнь. Здоровья, добра, благополучия.